Дорогие друзья, у меня сейчас очень волнующий момент. Дело в том, что когда все годы обучалась Лариса в разных учебных заведениях, сначала закончила после детской музыкальной школы музыкальное училище Петра Ильича Чайковского, наша Лариса. Затем поехала поступать в Новосибирскую консерваторию. Затем она закончила ассистентуру, стажировку при Новосибирской консерватории. И все эти годы самым строгим и требовательным судьей был для Ларисы самый главный человек в ее жизни – это ее мама Виктория Петровна, которая помогает и сегодня во всем, в воспитании дочери, продолжает ее учить всему тому, что она сама знает. Виктория Петровна, пожалуйста, встаньте. Покажитесь, пожалуйста, всем зрителям. Виктория Петровна. Подарок. Вместе с Ларисой ее будет петь еще одна юная участница сегодняшнего концерта Виктория Арбадоева. Вика у нас является обладательницей гран-при детского эстрадного конкурса «Наранету я» и является дипломантом.